Здравствуйте, пишу обзор на гитару Jackson, серийный номер U19-610, модель Kelly, KE2. Значит, основные особенности на сайте почитайте. Единственное, что хотелось бы отметить, это сквозняк. Вот накладка, значит, черное дерево. Ну, два дункана, то есть, так, теперь по сколам, значит, здесь рога. Не целая, выглядит как новая фактически, очень красивый инструмент. Единственное, здесь вот небольшой сколик на фото, посмотрите. Пишем бридж. Thank you.
на самом деле можно долго играться с такой игрушкой. Вот. А хотелось бы отметить такие нюансы, да. То, что великолепно держит строй. Ну, то, что я подстраивал, как бы это из-за того, что на ней долго не играли, фактически она лежала. А вот, струны, естественно, в норму приходят. Вот. Как бы, ну, Floyd Rose при грамотной настройке обеспечивает полный контроль над всем происходящим. То есть как тянешь вверх, так тянешь вниз. То есть тут полностью как бы мягенько все, культурно. В этом плане любые трюки можно выполнять спокойно. Вот. Потом нюанс какой? То есть поразительная читаемость ноток. То есть нотки выстреливают как в пулемете. То есть несмотря на как бы, ну, сквозное как бы исполнение, да, сквозной гриф, нотки тут ложатся просто идеально. Вот, в общем-то, и что немаловажно, здесь до дури басов. То есть для исполнения тяжелых рифов и так далее, это все чувствуется пузом и пробивает вообще конкретно. И в миксе будет сидеть, я думаю, идеально. Вот. И ну, такой инструмент, в общем, практически как новый. Вот. Я думаю, что будет такая гитара подарком на долгие годы. Здесь можно как и побаловаться, так и поиграть серьезную музыку. Кстати, на чистом я пытался как-то играть джаз, и это тоже получалось без проблем. Вот такой инструмент. Прошу любить и жаловать. До свидания.